Вот там солнышко встает, и сейчас, может быть, туман немножко потает. Но вообще это одно из самых влажных мест в мире. Тут в 50 раз больше дождей, чем, например, там в Вашингтон-ДиСи, понимаете? И от этих дождей очень зависит существование канала, потому что нужна вода, которая довольно много расходуется на прохождение судов. Я переместился, друзья, на наш балкончик, и мы слева по борту. Потрачено было почти 5 миллиардов долларов на то, чтобы расширить канал. То есть это произошло в форме такой, что сделали несколько рукавов как бы дополнительных. Вот вы видите, заходит судно в рукав вот здесь. Вот. Там могут проходить суда большего тоннажа. В каждом номере есть телевизор, и вот камера, которая стоит на макушке круизного лайнера, и вот она показывает, хорошо показывает в целом. Вот оттуда мы, друзья, сегодня приплыли. Вот отсюда видно, как по параллельному каналу, по новому, идет этот сухогруз, и вот видно, что он здорово нас выше. Вы видите, как спускают водичку, вот видите, водичка из шлюза уходит. На круизном лайнере можно заказывать еду прямо в номер. Там заполняют бумажечку, тебе приносят. Вот я слышу, тут звенят ложками соседи по балконам они. Вы видите, как стенка шлюза уходит туда и становится вровень с самим каналом, с бетоном вот этим. Поскольку с балкона нашего не видно, то вот мы смотрим здесь, впереди нас водичка немножко опускается, мы уже где-то на полметра поднялись. А тем временем, вы видите, у нас тут что происходит. Ничего не понимаю в судах, тем более таких коммерческих. Вот такое ощущение, что такое вот... Такие закрома должны какое-нибудь зерно засыпать, даже не знаю. Мы заходим в следующий шлюз. А за ним будет озеро. Небольшое относительно озеро. Мирафлорес называется. Вот так выглядит перепад в воде, в уровне воды. Вот уже и поднялся до уровня озера наш корабль. Сейчас откроется... шлюзы, но вот не этот, а рядом с ним наш. А вот сейчас хорошо видно новый канал, который повыше нас. Видите, вот он там.